Дежурную часть 2-го городского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратилась местная жительница, которая заявила о том, что предоставила свою квартиру на улице Комсомольской в наем. Квартирантка заплатила за 2 дня, въехала в помещение, затем скрылась. Через несколько дней хозяйка обнаружила пропажу своего имущества. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнюю женщину без определенного места жительства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.